Воспитанница Чувашской школы тяжелой атлетики Наталья Хлёсткина завоевала золотую медаль в весовой категории до 58 килограмм. Выступая в новой для себя весовой категории до 58 килограмм по сумме двух упражнений рывка и толчка, Наталья подняла 214 килограмм. Для сборной России это золото стало первым на чемпионате Европы 2017, который завершится 8 апреля. Таким образом, Наталья Хлёсткина впервые среди чувашских спортсменов стала двукратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.